матч «Шахтер» и «Личовец» пришли посмотреть 15 тысяч болельщиков. Каждому, кто купил билет на эту встречу, вручали специальный яркий стикер на память об акции и с адресом сайта «Сиротству нет». Амвросиевка, Мариуполь, Снежное, Светогорск, Николаевка. Около 1500 детей-сирот и детей-инвалидов со всей области приехали посмотреть футбол на Донбасс-арену. Дети в восторге от игры. Эмоции переполняют юных болельщиков. Ведь до этого на донецкий «Шахтер» они смотрели только по телевизору. Мне нравится, когда ведут только до ворот, и сразу все начинают кричать. Лучше смотреть на арене, чем по телевизору. Что здесь стадион очень большой, много мест, поле неплохое, да еще телевизоры. Все очень нравится, я желаю еще сюда раз приехать. Футболисты донецкого «Шахтера» поддержали благотворительную акцию. У каждого на футболке была надпись «Сиротству нет». Капитан команды Дарио Сырна лично купил более 900 билетов для сирот. Не хотели, чтобы это все узнали через газету, но верно не сказали. Я люблю помогать людям, и очень много футболистов. То есть команда наша очень много помогает, и больницы донецкие, и наш президент, и мистер, и все вместе футболисты, и отдельно футболисты. Я думаю, что они заслужили попасть на последнюю игру вот этого года и чемпионата. И я только могу обещать, что я их привезу опять на первую игру открытую стадион на следующий год. Организаторы благотворительной акции говорят, это не последний матч, на который привезли детей. Вместе с руководством Донбасс-арены будут продолжать благотворительные традиции. Я слышал голоса наших детишек, их было всего там около 1000, вот, но я слышал, как они кричат «Шахтер». Ну, их легко было еще узнать. У них такие курчики очень детские, такие розовенькие, и вы их легко могли узнать. И они самые звонкие болельщики. Да, такие звонкие, тонкие голоса, это было здорово. В преддверии Нового года, я думаю, что эти приятные эмоции были получены всеми посетителями и, конечно же, детьми. И надеюсь, что эта положительная практика привлечения внимания к важным проблемам и их решению будет продолжаться и в следующем году. Будем рады видеть наших маленьких болельщиков в стенах Донбасс-арены. В Украине только по официальным данным 102 тысячи детей-сирот. Организаторы акции «Благотворительный фонд развития Украины» говорят, деньги от продажи билетов направят на борьбу с сиротством. Одно из направлений – расширение базы данных интернет-портала «Сиротству нет», на котором будут размещены все данные о детях, которых можно усыновить. Наталья Некрасова, Алексей Логвин, «Панорама».